Перед началом данного топового видеоматериала хотел бы вам посоветовать поучаствовать в конкурсе в группе моей ВКонтакте, любимейшей группе, да, в которой мы разыгрываем на этот раз Дигл. Спасибо большое еще раз подписчику, который скинул данный скин. Также у кого-то, если будут скины, кидайте, буду рад разыграть среди своих подписчиков, зрителей, да. Вот такой вот у нас дигалечек. Залетайте в мою группу ВКонтакте, выполняйте все условия и выигрывайте топовые скины. Тут также разыграю не только скины, но и ключики на игры различные. Удачи, всем приятного просмотра. Ганьк. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, задрот сотого левела. Я записывал повторную пробу на чипсы. Лобстер и сметана и зелень вроде рифленые, да? Вернулся, в общем, короче, так скажем, к записям еды какой-то определенной, снеков, чипсов, сухариков и так далее. Пробую, экспериментирую. На этот раз у нас читос, да? Сметана и лук. И также у меня там лежит кетчуп. Так вот, за читос я вообще не шарю. Читос я не фанат читоса, поэтому, грубо говоря, можно сказать, что пробую в первый раз. В детстве там когда-то пробовал, это прям стопроцентная информация. А так, фанатеть от читоса нет, я не фанат, поэтому, грубо говоря, впервые пробую читос, да. Возможно, кто-то в комментах скажет, что как так, ты что, это же все там фанатели. Да, у каждого свой вкус, разные вкусы у людей бывают, разные люди вообще, начнем с этого, поэтому, да, я такой человек, поэтому буду пробовать, грубо говоря, в первый раз. Собственно, мазик я приготовил, буду пробовать с мазиком, соответственно, да. Первый на очереди у нас сметана и лук. Выглядит вот так. У меня большая пачка читоса, сметана и лук. И маленькая пачка читоса кетчуп. Покупал я в Бристоле, это 25 рублей стоит. Тут 50 грамм. Кстати, очень удобно, что здесь пишут сколько грамм. Прямо вот здесь вот. То есть очень удобно. А в чипсах довольно-таки тяжело найти сколько грамм. Поэтому за это им респект читосу. Реально хорошие ребята. Собственно, будем пробовать. Чипсы — это что-то по типу каких-то кукурузных снеков, что ли. Которые у меня уже были обзорчики. Я вот делал обзорчики на что-то по типу кадешных кукурузных палочек, так скажем, из красного белого. Видос, если что, на канале есть. Погуглите там, снеки наберите, кукурузные палочки найдете. Задрот сотый левел, не забывайте вписывать, когда ищите мое видео какое-то по поиску ютуба, чтобы меня нашло мое видео. В общем, открываю. Это, если что, у нас 85 грамм. 62 рубля вроде стоит. Ну, кстати, дороговато на самом деле. Но ради ролика, ради вас. Что не сделаешь, так сказать, да? Чтобы замутить обзорчик. Поэтому обязательно поставьте лайк, досмотрите до конца этот видеоматериал, я старался. Заранее всем спасибо. И спасибо за оформление спонсорок. И донатов на стриме. В общем-то, пачка выглядит таким образом. Ну, половина как у чипсов. Скорее всего, тут опять же играет роль вот то ли углекислый газ наполовину, чтобы заполнять пачку. Я уже рассказывал, чтобы они у нас не помялись, чтобы они у нас там водой не заползли и так далее. В общем, поехали, первая проба. Выглядит таким образом, иксом. На голодный желудок после больнички. Самое то. После холтера. Я вам могу показать последствия холтера. Хотите? Если не хотите, просто мотните. Смотрите, видите? Красные точки остались. Вот так вот. Это все холтер. В общем, вкус топ. Я кайфую. Но после вкуса такой, знаете, не очень. Поэтому
ставлю 4-5 из 5. Именно от кукурузных снеках. Это же кукурузные снеки. Угу. Я уже шарю, понимаете. Уже начинаю вливаться, так сказать. В кукурузных снеках в конце всегда вот как будто то ли на языке остается, то ли на зубах, что ли, так скажем. И оно как-то оседает, и все тяжелее-тяжелее как-то идет. Ну, надеюсь, кто-то понимает меня. Но из-за специй очень вкусно. Мне нравится. Давайте с мазиком бахнем. Чуть цепанул старенького мазика. Забирайте. Так. Давайте. Пробуем. И рот. Балдеж. Очень вкусно. А я же вспомнил, я же вам рассказывал, то, что я снеки уже обозревал. И, кажется, вспоминается вкус этих снеков. Они похожи с читеста. Очень похожи. Поэтому это балдеж. Мне нравится. В общем, окончательный вердикт 4,5. Это 100%. 4,5 из 5. Балдеж, мне нравится. Погнали, сразу откроем кетчуп. Так. О, а кетчуп это уже палочки какие-то, ничего себе. Надо походу на упаковке обращать внимание, тут же нарисованы какие внутри. Это балдеж, смотрите. Картошка фри. Это тоже кукурузные снеки. А, это палочки уже. Ну, тоже кукурузы. Нет, топчик. Вкусно. Если я чавку, значит вкусно. А если не чавку, значит пытаюсь показаться человеком, который шарит за этикет. Во. А. Нет, обалдеж. Это вкусно. Так, включаем. Бахнем с мазиком. Оп, не уронил. Так, давайте сюда. В принципе, вкусно. Кетчуп с майонезом, как огонь и вода, вкусно получается. Кстати, ну да, такой же послевкусие остается, но это, наверное, дело привычки, что ли, не знаю. Никогда не слышал о том, что вам там, ну, жалоб, что остается, типа из-за этого непривычно есть. Не слышал такого. Поэтому 4,5 из 5 также ставлю. В любом случае, все кайф, все круто. Мне все нравится. Только вот это после вкуса и все. Вот так. Все кайф. Все кайф. Кайф, кайф, кайф. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, что. Какой вкус вам больше нравится? Мы все кушали. Всем пока. До скорых встреч. Обнял, приподнял. Всех люблю. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.